5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел вам показать, как мы выбиваем винтовки с активками. Спросите, для чего они нам нужны? Для того, чтобы ходить на шахтера. Кто-то нам очень часто говорил, что с пожирателя каждые два похода падают винтовки. Ну, мы подумали, ладно, можно фармить там винтовки, потом идти на шахтера, там боевой шмот, изредка падают щиты, обычные с активкой. Легендарная ХК, возможно, там выпадет. Но это, конечно, не факт. Она за все время, что я в кратере играю, падала, наверное, так раза три. Ну, в общем, я записал пару моментов, где мы ходили. Первый будет, как мы убиваем его в целом, скажем так, шахтера. А потом чисто лут, который с него падает, чтобы не повторять один и тот же, скажем, одно и то же убийство 5-6 раз. Ну, в общем, остался я крайне разочарован по поводу этого пожирателя. Потому что винтовок нам пало крайне мало. Тут надо еще уточнить, что записывал я не все моменты, когда мы ходили на пожирателя. И вот эти ролики, которые вы сейчас увидите, это, скажем так, где-то даже не половина. Мы раз, наверное, 12, то ли 13, а может даже все 15 раз ходили на пожирателя в надежде на то, что нам выпадет хотя бы одна-две винтовки с активками. Потом я уже стал записывать все вот эти походы, а до этого что-то не задумался. Ну, в общем, из 15 походов, 5 из которых я вам здесь покажу, вы увидите только те винтовки, которые нам упали. До этого их вообще не было. Вот потом судите сами, стоит на него ходить или нет. Либо мы такие невезучие, либо, я не знаю, это рандом такой странный. А еще перед началом ролика хотел вам напомнить, что мой клан, да еще и другие кланы, меняются предметами, то есть ресурсами, редкими ресурсами, такие как гаечные ключи, флешки, фильтры, не знаю, что там еще есть, пластик, всякая электроника, которая есть в игре, на боевые сеты, на ХК, на щиты, обычные с активкой, винтовки, винтовки с активкой, МРЕшки, сухпайки. Плюс мы еще меняем жетоны, также боевые сеты или оружие. Также наш клан это очень сильно нуждается в металлоломе. Мы за него даем где-то, ну если считать пластик, то где-то 2 к 1. То есть 2 металлолома на 1 пластик. Это я так вам в общих чертах сказал. Все остальное, если вас интересует такой вид обмена, то пишите под этим роликом в комментарии. Я вас найду, добавлю в друзья и все такое. Еще по поводу обмена, если вам не хочется заходить в мой клан, чтобы менять ресурсы, у меня есть второй аккаунт, с которого я смогу зайти к вам в клан и также поменять ресурсы. То есть вам париться насчет этого не надо, только находиться в каком-то клане и чтобы там было место, чтобы я смог зайти и поменять с вами ресурсы, если кого-то это интересует. А, еще один момент хотел напомнить, даже предупредить, если вы хотите меняться, мне надо вас добавить в друзья, либо с моего официального, как бы, вот этого аккаунта, либо со второго. Так что, если будете писать свой никнейм, обязательно пишите никнейм с 4 цифрами и будьте так любезны убрать одного друга, если у вас их там 10 человек, потому что я сколько раз уже пытался обмен совершить, всем потом приходилось писать в тех же комментариях, типа, чтобы ты убрал, ну, брали одного человека, потому что я не могу добавиться. Так что имейте это тоже в виду. А на этом все. Хорошего просмотра.